Добрый день! Видеообзор мотоцикла Yamaha Diversion 900, 96 год, без пробега по России, привезен из Нидерландов. Сразу хотелось бы сказать, что помимо данного мотоцикла у нас есть еще мототехника, поэтому вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш YouTube канал, будете в курсе наших новых поступлений. Итак, Yamaha Diversion 900, 71 тысяча пробег, 96 год, без пробега по России. Привезен данный мотоцикл из Нидерландов. Покупатель будет первым собственником Российской Федерации. Центральный кофр Краузер. Оригинальные глушители на данном мотоцикле. Высокое ветровое стекло стоит. Есть нижний плуг. Центральная подножка. Так, теперь обо всем немножко поподробнее. Значит, передняя резина 13-й год. Диски здесь уже имеют выработку. Три с лишним миллиметра. Колодки по толщине практически новые. Так, сальники потеют. Передняя, получается, правое перо больше, левое слегка, но сама суть уже ясна. Сальники нужно будет поменять. По стоимости хочу сразу сказать, стоимость сальников — это порядка, где-то начинается хорошие, более-менее брендовые сальники, порядка 1100 где-то рублей. Пыльники здесь хорошие, можно еще оставить пыльники, они не без трещин. И канистра масла, если мы говорим о канистре масла Эни, то это где-то в среднем 700 рублей. Так, а что еще добавить? Переднюю резину показал, задний диск. Задний диск явно меняли. Он практически без выработки. 4 с лишним миллиметра. Колодки здесь тоже больше половины, процентов 70 даже колодок. Заднее колесо 9-го года. Также, как всегда, хотелось бы сказать, что любую мототехнику мы можем отправить транспортной компании
Отправляем преимущественно компании ПЭК. Отправляем из города Щелково Московской области. По Москве, Московской области, ближайшим регионам можем доставить собственными силами. Поэтому по стоимости доставки, если речь идет про транспортную компанию, пожалуйста, узнавайте на сайте транспортной компании. Всем большое спасибо за просмотр. Всего наилучшего, крепкого здоровья. До свидания.